Всем привет, друзья! Мы начинаем серию прямых эфиров с ЦСКА Баскет Шоу. И сегодня медиа-день Евролиги, ну и там же и Лиги ВТБ, и еще куча медиа всякой активности. Михаил Кулагин, Семен Антонов, игроки ЦСКА и сборной России. Во сколько вы проснулись для медиа-дня? 7 утра. 7 утра. Я в 7.40. Позавтракал, уже сходил в тренажерный зал, чтобы быть более мощным, чем ты в кадре. Кто из вас дольше прическу готовил? Это Джимми Нейтрон, очевидно. Ларин спрашивает, почему я такой низкий, я стою на ступеньку ниже. Просто мы подросли за лето. Подожди, мы подросли за лето, мы с Михаилом занимались, ели морковный сок и все дела. Ели? Пили морковный сок, все понятно. Конкурс «Армейский отдых». Вы, друзья, надеюсь, провели лето лучше с точки зрения отдыха, чем наши парни, потому что у них была работа серьезная, представить нашу страну на Кубке мира в Китае. Но ваши фотографии у нас есть, а вы должны будете выбрать чемпиона. Пока покажу быстренько все. Да, давай, что мы уже... давай. Ой, мы без себя разберемся. Вот, мы, наверное, с Мишкой, да? Вот так, ну что ж, тогда у нас, друзья, хорошо, вот давайте так. Победитель. Лучшее фото. Может, человек летом, вместо того, чтобы ехать на море, греться, он пошел покорять горы. Александр Семочкин у нас чемпион с таким вот аккаунтом. И этот человек получает абонемент на все матчи ЦСКА. Вот, ну давай тогда про парня, наверное, что он второе место, потому что он все-таки одиночка, а вот... Вот так, второе место. Парам. Павлов Дима, 24, второе место. Ну и болельщики ЦСКА по парам разделились. Третье-четвертое место будет, ну, одинаковое третье место. Мы с вами обязательно свяжемся и раздадим вам призы. Дана пишет, у меня сегодня соревнование по баскетболу. Пожелайте, пожалуйста, удачи. Говорит, я снимаю. Дана. Так, какая у нас камера сейчас? Давай, вот в среднюю, давай, вот сюда. Дана, удачи. Мы с тобой. Друзья мои, медиа-день Евролиги продолжается у нас здесь в ЦСКА. В студии. ЦСКА баскет-шоу, Никита Курбанов. Локальные шутки. Ну, какие-то такие командные шутки про тебя есть? У тебя, про нет, тебя все боятся, наверное, шутить. Из-за твоего вида. Ну, нет, как-то... Не, может быть, они шутят, но я их не слышно. Они не в моем участии. Как взаимоотношения в раздевалке? Взаимоотношения хорошие. Да, Куфос очень такой очень парень. Я думаю, что вы оцените его. У тебя татуировка есть новая или пока еще нет? Нет, у меня дата, да. Я все-таки сделал. Все-таки сделал. Где-то здесь, вот, 19-е. 06-е. 16-19 год, да. Есть, даты. Отлично. Все-таки... Есть еще место для еще Рука еще, да, там есть еще место на руке. Прекрасно. Прямо сейчас у нас в студии Андрей Воронцевич. Всем привет. Тебе попадало так, чтобы твой день рождения, это была игра? Нет, я родился 17 июля, всегда летом, никаких подарков в школе, никаких чаепитий, в общем. Но я помню, всегда были арбузы. Слушайте, Людмила Стрельникова сердечки присылает. Это, наверное... Родственница. Я не со Стрельникса. Стрельникса. Просто да, она не переехала еще пока в Ригу. Она пока еще здесь, а поэтому Стрельникова. Подходи, ничего страшного. Ну, прямой эфир, друзья мои. Ну, вот так вот. Тут я предупреждал, это медиа-день. This is all for you. Огромное количество сердечек тут же Кайло пришло. Друзья мои. Спасибо большое. У Кайла все нормально. Вчера его не было на игре. Что произошло, да, с тобой? I had a fever yesterday. Жар был вчера. I had like kind of like a little bit of flu-like symptoms, so какая-то простуда. Still recovering. Простуда. Давайте я так буду теперь вести эфир. Окей, хорошо. Still recovering, but все еще восстанавливаюсь. Ага, хорошо. The doctors and everybody felt it was better for me to get healthy. Oh, thank you. All the best wishes to you. Спасибо большое. В чем секрет твоей такой массы? What's the secret of your muscle? I mean, there's no secret, just hard work every day. Только работа изо дня в день. Drink milk. И пить молоко. Milk does the body good. That's what we have a commercial that says milk. Еще должен пакет молока должен стоять. Milk does the body good. Рекламируем молоко просто. Прекрасно. Впервые, друзья, в истории ЦСКА Баскет Шоу президент клуба Андрей Ватутин все-таки решил отдать пиджак. Впервые в истории в прямом эфире президент, самый главный человек в нашей команде Андрей Владимирович Ватутин. Спасибо большое, что пришли. Я не самый главный. Самое главное, это у нас именно команда. Вот я всего лишь ее представитель с определенными функциями. Как новички?
Удалось со всеми уже познакомиться. Ну, не настолько тесно, не настолько тесно, потому что пока еще просто рано. Команда была на сборах, у команды напряженный график. Я там встречался с новичками, с группой новичков, да, с 6 игроками. Но планирую там в ближайшее время поговорить еще с каждым по отдельности. Важно, что, как мне кажется, все прилагают максимум усилий для того, чтобы понять философию ЦСКА, там, систему главного тренера. Команде нужно время, да. Это не неделя, не две и не месяц. Команда должна что-то выиграть, что-то проиграть. И почувствовать друг друга должны ребята. Начнем чувствовать. 30 сентября первый домашний матч против Пармы, это Лига ВТБ, и домашний матч 10 октября против Баварии. Друзья мои, приходите сюда, обязательно поддержать ВСК ЦСКА. У нас играет Лига ВТБ на Мегаспорте, играем Евролигу. Всех рады видеть будем на матчах. Андрей Владимирович Ватутин, президент профессионального баскетбольного клуба ЦСКА, спасибо большое, что вам были с нами. Евгений Седых. Верните пиджак. Это уже после, как говорится, медиа день еще не кончен. Следите за анонсами, друзья мои. Спасибо большое, что были с нами. Всем счастливо. Увидимся здесь.